Меня зовут Иван Дорн. Спешу поздравить Владивостокскую радиостанцию VBC с 25-летием. И всех радиослушателей тоже с днем радио поздравляю. Желаю, чтобы хреновых новостей у вас не было, хреновой музыки, чтобы тоже не было, и хреново настроения тоже не было, чтобы, собственно, все было так же, как все 25 лет до этого, на сплошном позитиве. Ура! С праздником!